І зараз настала ось та мить, якою ми чекали, власне, цілий ранок. Так, до нас завітала така делегація потужна. О, вітаємо всіх наших гостей. Це миколаївські кінологи Олена і Тетяна разом зі своїми домашніми улюбленцями. Це, бачите, такий агент Джей до нас сьогодні завітав. Так, представте своїх улюбленців, а ми потім оголосимо тему нашої розмови. Танечка, починай. Я Курцхар. Поклички Дрейк. Бух. Охотник. Ти охотник. Він 8 місяців. Такий охотник. Він 8 місяців, тому ми такі ліві, подвіжні, балувані. Да, от так. Я зробила, зобразив. У мене мопс Х'юсі. От, їй 2,5 годика. От. Це один із моїх питомців, самая молодая собачка в моєму питомнике. Ага. І здесь у мене ще є шотландський страйк. Ой, кися! Вот. Там необыкновенный такой окрасе, он рыжий, с, видите, с отмеченными колоровыми отметинками. Ага. Вот серенький хвостик, лапка, ушки и носик. Ой, какая кися! Здається, що цей наш громадянин якось... Дивно реагує на цього Рубіка. Ну как, уже охотник, поэтому реагирует. Це безпечно для котиці. А котиця привикла жити з собаками, поэтому она не реагирує. А собака знає, що треба котицю поважати. Зрозуміло. Обходить стороною. Отже, настало літо, час відпочинку, час мандрівок. Як же виїжджати у мандрівку без свого домашнього улюбленця? І як зробити для себе, для собаки чи іншої тварини, і для інших людей комфорт під час цієї мандрівки. Саме такою є сьогодні тема нашої бесіди із нашими гостями. Ти дуже правильно, Галю, сказала, що для, як зробити для домашніх для собак, кішок та інших людей гарними, бо, звичайно, вони як... Господарів, їхніх вихованців, а я тобі скажу, що вони як люди. Вони як люди і розуміють навіть все як люди. Бачиш, він же мене отут все, ось пригрівся вже, співає, мурлика, і що знову. Де вже мені мур каже, бачиш, о. Ну, хочеться пожелати, як говориться, хорошого літа, хорошого настроєння і хорошого віддиху. Вот. І щоб ми своїх, як говориться, животних, своїх любимців вот, також не обіжали. І, звісно, желательно всіх наших любимців, якщо це є така можливість, брати з собою, тому що вони дуже тяжело переносять з нами розлуку. Хоча у нас є такі услуги, коли ми уїжджаємо, допустим, в путешествие и нет возможности с собой взять животное, можно его отдавать на передержку. На передержку надо давать людям, которые понимают в этом, вот, которые знают, ну, в общем. И которые любят. Которые любят, да. И для этого у вас должен быть питомец абсолютно здоров, со всеми прививками. Документами. Вот. За кордоном, мы знаем, есть целые готели для тварин. Ну, у нас в Николаеве, к сожалению, готелей нету, вот, поэтому мы пользуемся частными услугами людей, которые помогают, ну, помогаем друг другу, по крайней мере, вот у нас в клубе, вот, мы друг друга выручаем, вот, и передерживаем, вот, своих любимцев у своих знакомых. У своих друзей та знакомых. Да. Чи доводилося вам мандрувати, Тетяно? Я знаю, що Олена Михайлівна ще та мандрівниця. А от чи вам доводилося мандрувати? Ні, ще не доводилося. А в громадському транспорті? Да. Як ви переїжджаєте з пункту А в пункт Б? Короткий поводок, кошельник, намордник. Щоб нікого не укусив. Да, щоб нікого не укусив. Ветеринарний. Ветеринарний паспорт з собою. Желательно, щоб був ветеринарний паспорт з собою. Ми знаємо, що для мисливських собак ще такі деякі, можна сказати, послаблення. Ну так, вони виходить, як би собака-помощник чоловіка. Тому як хочеться, не хочеться, а перевозити його надо. Тобто вони з раннього дитинства звикають до перевозкам. Це тільки мисливські собаки такі мають пільги у перевозках. І собаки-поводирі. Вот, имеют, да, вот, льготы. Их вообще рядом только с хозяином. Они всегда рядом с хозяином. Будь то самолет, поезд.
Скажите, пожалуйста, мы знаем, что оформление документов для перевозки – дело кропотливое. С чего нужно начинать вот хозяевам собак и как это все оформлять? Наверное, чтобы были все вовремя сделаны прививки. Самая главная прививка против бешенства должна быть сделана. Паспорт, наверное. Ветеринарный паспорт с этой отметкой. Вот. И если вы уезжаете за город, то ну, не считая дачи Николаевской, допустим, области, ну, своей области, вот, то за пределы области вы должны оформлять форму номер один. Угу. Вот, форма номер один выдается в государственной ветлечебнице на основании прививки. Да, это, к сожалению, эта форма действительно только 3 дня, поэтому надо успеть это, ее и сделать, и в этот же короткий срок провести эту. Ну. А что делать, если дорога занимает больше времени, к примеру, вот у людей? Ну, далеко куда-нибудь едут. Ну, я знаю, что вот берут на 3 дня. То есть 7 дней я уже не сталкивалась с таким моментом, если, допустим, едут, ну, обычно в автотранспорте, вот, 7 дней, если там путешествие с одного края в другой. А как обстоит дело с выездом за рубеж? К примеру, бывает, что люди едут за рубеж. Ну, за рубеж в основном, если едут люди отдыхать за рубеж, собак не берут. То есть, я уже и говорила, что собак оставляют на передержку. Вот. Особые требования, допустим, ну, самолетам перевозка, вот Татьяна может нам рассказать, вот, и поезда. Вот. Присвоився у нашій студії, да. І потихоньку грозив повідок. Танечка, розкажи, що... там скільки у нас там гуся нашого виправляють. Так, ну, в принципі, гусіка нашого не гризи. В принципі. Лицом. Да. Лицом. Лицом чоловік людям к людям. Расскажи, тут кішка, да, надо понюхати. Да, очень интересно, скажи. В общем, в принципі, надо сначала удостовериться, що компанія, которая представляет авиауслуги, она берется с животных. То есть она перевозит лишь животных. На один рейс можно перевезти из 2 крупных собак, всего лишь 2 крупные. То есть заранее надо заказывать билет, бронь. Кто б міг подумати? Да, и их и то надо узнавать у компании, как они перевозят. Либо багажом, либо можно в салоне. Но в салоне разрешается, насколько я знаю, до 8 килограмм вместе с вот, вместе платой. С переноской. Вот. Вместе с переноской, до 8 килограмм. Не все компании разрешают это. Якщо великі... Если большие, то вольер, там, где собака может встать в полный рост. Специальные клетки. Специальные клетки для переноски. Но он твердым, чтобы, не, если собака вдруг захочет туалет, чтобы она могла спокойно сходить. Вот, птица этого. Надо обязательно, чтобы закрытые были, да? Да, птицы, попугаи закрытые обязательно полотном темным, потому что... Если кошки, то не более 3 котов, ну, в клетке, не более 3 котов. Если маленькие собаки, не более 2. Очень нет. Хочет освоиться. Да, ему очень нравится ваша Китя заховалася. І поїзд у нас, що там по поїзду? Поїзд крупних собак можна перевозити либо за локомотивом, если первый вагон сразу, потому что там людей нет. Либо вы купаете все купе. Угу. И максимум вы в одном купе можете перевозить 2 собаки, но обязательно с сопровождающим. То есть на 1 собаку 1 сопровождающий. Так, 2 дорослих и 2 собаки. Да. Зрозуміло. А от якщо ви їдете в громадському транспорті, як реагують пасажири, інші пасажири на вас із вашим удовольствием? З немаленьким, да, таким песиком. Ну, кожен по-разному. Кому-то нравится, кому-то... Не дуже подобається. Да. Так. Опасаються люди. Ну, да. Вони мало знають цю породу, люди, по-моєму, зараз везде його опасаються. Ну, в будь-якому випадку є правила провозу, тобто намордник, поводок. Можна не обращати внимания, да. Просто садитися і їхати. Да. Тобто ви знаєте свої права. Ви можете в общественном транспорті, в тролейбусах, в больших автобусах і в трамваях собаку спокійно перевозити. А квиток їй потрібно? Обязательно, обязательно. А от в маленьких маршрутках? Маршрутка – это по согласованию с водителем и с людьми. Вот, вы, там выкупается, что у нас багажный билет, вот, или же место. Одного разу, ще коли ходив 4-й маршрут у Тернівку, я спостерігала у забитий автобус
господар намагався затягнути козу. Люди навіть не знали, скільки в автобусі ще вільного місця. Я хочу сказати, що власника кози з'явилося дуже багато вільного місця, а от інші люди виглядали за автобусом. Я хочу сказати, що я когда-то їхала теж, як говориться, на дачу, і мужчина в Кирьяковку перевозив поросенка в мішки, то есть, ну, нічого страшного. То а когда вот с таким милашкой заходишь в общественный транспорт? Я вот буквально только на выходных, на воскресенье ехала, вот, тоже перевозили мопса только черного, вот, ну, тоже, говорит, а где намордник? А женщина в недоумении говорит, а куда ж тут надеть намордник? Не надевается, скажем, маленьких собак в транспорте, как перевозить? Желательно перевозить, конечно, животных вот в таких переносках. Вот, эти переноски удобны и безопасны для самого животного и для людей. Точно можете даже... показать? Да, конечно. Угу. Вот, Хьюси, ты позайдешь в свой домик? Давай. Вот. Треба привчати до переноски завчасно, чи можна... Значить, животних треба заранее приучати к домику, щоб там було їм комфортно. У нас, вот тот, хто у нас часто їздить, допустим, та же Ірина Владимировна, вот, у неї переноска являється як дома, домиком. То есть, у нас, место будки. Да, у нас є Амстаф Рейдер, вот, он тоже, для нього клетка, это, то есть, удобно... Якщо дорослого песика посадити, то він буде... Он будет очень нервничать, поэтому... Это надо приучать заранее. Вот. Ну и котов, естественно, то же самое. Все с раннего детства должны иметь вот свои вот такие вот домики, чтобы они знали, что они защищены и им там уютно. То есть, и когда вы ездите в общественном транспорте, вы никому не мешаете. И нет такой опасности, что на вашу собаку наступят на хвост. Ну, не считая купированного. Ну, еще немає такого. Будиночка в руках дозволяет закон перевозить? Да, можно, если собака маленькая, вот так как у нас, допустим, йорки, такие как шицушки, ну, мелкие пальтойтерьерчики, чихахуашки, их можно, да, мопсы. Вот. Ну, в принципе, мопсы, как вам сказать, он имеет... Это, он хоть и небольшой, но имеет приличный вес. А сколько он весит, кстати? Ну, моя собака весит 6,5 килограмм. Вот. А вообще они весят 8-10 килограмм. То есть это у меня просто небольшая мопсятина. Вот. Их можно перевозить, мелкие породы, совсем маленькие, можно перевозить на руках. Вот. 6 килограмм это еще не так страшно, насколько я знаю, есть порода вот собак Бассет, да, тебе весят до 60 килограмм. Да, нет, ну это уж совсем вы уже взяли за 60, они килограмм 40, наверное, не больше. Я раз пытался просто поднять. А, такую, ну это вам показалось. Такую, не, мне хозяин сказал, говорит, он у меня весит 60 килограмм, я говорю, ничего себе собачка. Да, ну, это был добрый господин. Да, да, наверное, было. Ну и собачка была вот такая. Нет, ну они большие, длинные, да, конечно, но это, по-моему, был, наверное, очень перекормленный Бассет. Ну для такого треба два купе вылезать. Там и хозяин был, пока, надо сказать, да, зайди, ты собака выходишь или заходишь, да, называется. Вот. И хотела еще рассказать в двух словах по поводу предостережения на природе. Значит, животные должны обязательно быть обработаны от блох и клещей. Вот. И есть такие специальные спреи от комаров. Вот, потому что комары являются переносчиками дифилериоза, это глистов сердечных. Собаки должны ни в коем случае не находиться в жаре. То есть обязательно обеспечьте собаке, чтобы была прохлада, тобто, вода. Якщо беруть песика на пляж із собою, то обов'язково під парасольку і обов'язково питну водичку. Да. Ну, є спеціальна, допустим, одежда, кепочки, вот, щоб не було перегрева. І собаку не скільки мочать їй голову, скільки треба мочити собаке живот. Вот. Она через живот лучше охлаждається, чим якщо ви її польете їй голову. Такой момент. Естественно, когда вы начинаете, когда вы собираетесь в поездку, за 2 часа собаку, то есть не кормите, то есть вы ее кормите часа за 4 до поездки. В дорогу собаку ни в коем случае не кормить. Если вы, допустим, отдыхаете на море... Так, если зранку едут, вы решаете подорож, то погодувати с вечера? Чтобы не было, да, никаких неприятностей. Потому что у собаки, не у всех собак вестибулярный аппарат разработан. Поэтому тоже в вестибулярном аппарате надо животных приучать, ну, заранее. То есть это так, болтать, играться с ними. Вот. И, в общем, да, и собаки приучаются, ну, вот, то есть у них вестибулярный аппарат закладывается с детства. Ну, есть... Таня, вы разрабатываете своим артикуляционный аппарат?
Чи він вам розробляє? Он сам тебе прыгает. Еще хотела вот по поводу кормления. Значит, собаки должны приучены быть к сухому корму, потому что в дороге у вас нет возможности покормить собаку. Вот. Я рекомендую, допустим, сухой корм развачивать там сыворотка стерилизованная, или же простокваша, она помогает пищеварению, или же жидкий корм, то есть консервы, жидкие консервы. Тоже очень удобно. Вот. Но обязательно надо смотреть на срок годности. И если вы, допустим, на пляже с собакой, вот, желательно животное привязать. Вот. Ну, только так, чтобы оно не испугалось и не унеслось вместе с зонтиком. Потому что собака должна уметь знать хотя бы элементарную команду места. Значит, купать собак, опять-таки, в море, вот приучать собаку, она сама выживет, бросать ее в море, там, где особенно волны, это чревато тем, что собака может получить разрыв сердца. Это не надо делать. Собаку надо поучать, конечно, собаку надо приучать постепенно. Вот. Желательно собак, опять-таки, не приучать к стерильной воде, то есть фильтрованной воде. Собака должна получать с детства воду, отстоянную нашу из-под крана, потому что если она где-то на улице хлебанет воду, это чревато последствиями. Вот, да. Ну и в дорогу надо брать элементарные медикаменты, которые могут при первой помощи там укусы или там расстройства. То есть вы должны оказать сразу первую помощь. Вот такие вот предостережения. Еще когда привязываете собак на цепочках, потому что они имеют тенденцию перегрызать поводки. Брезентовые, кожаные не имеют значения. Собака должна быть надежная, ошейник должен быть крепкий или же шлейка. Но вот шлейка, допустим, вот у меня здесь тугая шлейка. Есть шлейки, которые одеваются, у меня здесь маленькая шлейка, вот, одеваются вот сюда вот лапки. Ну, я, конечно, она уже выросла, вот так вот. Тогда такие шлейки, они хуже снимаются, потому что собака может заортачиться чего-то, испугаться на новом месте. Ну, не помещаешься, это я понимаю. Вот так вот. И она вот, получается, лапки, видите, у нее под мышками. То есть амуниция должна быть тоже крепкая и подходящая. Дякуємо за корисні поради. Так, ми дуже раді, що нас... вичерпано. Бажаємо всім вам, шановні друзі, гарного літа, приємного відпочинку. Вам і вашим улюбленцям. Бажаємо вам гарного дня і щоб все у вас було гаразд, як у нас із цією кицею. Бачите, щоб любов така була. Він вже співає тут в мене, ліг заснув, а я вам бажаю гарного, бадьорого дня.